211 ангарских старшеклассников примут участие в региональном этапе Всероссийской Олимпиады, которая проходит в Иркутске с 11 января по 22 февраля. Наибольшее количество участников на областные соревнования в этом году представили школу номер 10, 1 и 2 лицеи, две городские гимназии, а также школы номер 27, 39 и 15. На сегодняшний день школьники успешно завершили испытания по французскому языку. Олимпиада проходит по 22 предметам. На школьном, муниципальном уровне участвуют 4-е и 11-е классы. На региональном уровне участвуют по математике и физике 7-е и 8-е. По остальным предметам только 9-е и 11-е классы. Победители регионального тура представят наш город на федеральном этапе соревнований, который состоится в апреле. Ангарские школьники вот уже третий год показывают отличные результаты. В прошлом году в финал Всероссийской Олимпиады вышли 17 ангарчан.